Останови машину! Останови машину! Сворачивай на обочину сейчас же! Выходи! Из-за твоего Бога я делаю это. Потому что я не верю в твоего Бога. Я никогда не встречал христианина, который бы искренне был предан своей вере. Повернись и встань на колени. Сейчас же. Заткнись! Оставайся там! Молчи и не двигайся! Ты готов узнать, из чего ты сделан? Пожалуйста. Я задам тебе очень простой вопрос, на который есть очень простой ответ. Хорошо подумай, прежде чем ответить. Ты утверждаешь, что ты верующий. Давай посмотрим, насколько важен для тебя Христос. Его прибили гвоздями ко кресту за тебя. Он умер за тебя. Ты готов умереть за него? Я задам тебе этот вопрос, и у тебя будет 10 секунд, чтобы ответить. Твой ответ определит, будешь ли ты жить или умрешь. Вся твоя жизнь зависит от этого момента. Ты готов ли умереть за свою веру? Если скажешь «я готов», я нажму на курок. Если нет, то ты будешь жить, зная, что то, чему ты посвятил всю свою жизнь, на самом деле ничего не значит. Итак, готов ли ты умереть за свою веру? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я не готов. Я не готов. Дела говорят громче слов. Мне все понятно.
Уходи. Уходи. Если бы ты был готов умереть за него, тогда бы ты был готов рассказать такому, как я, о нем. Но ты не готов. Ты не готов.